С 1 апреля вступили в силу новые правила оформления страхового свидетельства. Теперь при обращении в пенсионный фонд гражданам не будут выдавать пластиковую зеленую карточку. Ее заменит простая справка, на которой указан индивидуальный номер застрахованного лица. Переход на новую систему поэтапный. В течение нескольких месяцев отделение ПФР продолжит оформлять документ старого образца. В ближайшие дни будет разработана форма новой справки. В ведомстве подчеркивают, что на пенсионном обеспечении изменения никак не скажутся. Для тех, кто уже имеет вот такую карточку, она сохраняется, она действует. И этот закон, он как бы изменения внесены только для вновь зарегистрированных физических лиц, граждан, и которым тоже будет присвоен страховой номер индивидуального лицевого счета, как и раньше, и просто будет вот идентифицирована другая форма справки вместо вот этого. Если у нас на данный момент лицо утратило это страховое свидетельство или испортило, ему взамен будет опять же выдан вот этот документ на бумажном носителе, справка, вместо вот страхового свидетельства. То есть сейчас он уже вторично получить его не сможет.